Предлагается вниманию небольшой фрагмент книги «Конца света не будет» Григория Петровича Гробового. Труд создан в 2002 году. Пока земля еще вертится, пока еще яро свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову. Исходя из первичной сущности по подобию Создателя, вы можете действовать так же, как действует Бог, как действует другой, кто умеет вечно развиваться, вечно жить, и как это отражено во всей внешней реальности, где вы можете самостоятельно познать все законы вечного развития, исходя из такой цели по контакту с внешним миром. Когда вы контактируете с внешним миром в этой цели, то эти знания вам также приходят. Поэтому ежедневная направленность в этом направлении вам дает постоянное знание. Вы совершенствуетесь существенно быстрее, чем можно это как-то логически предполагать. И тогда на определенном уровне, хотя часто на уровне сознания каких-либо резких движений не рассматривается, так как сознание рассматривает вечное развитие как норму, вы можете увидеть, что в какой-то момент элемент вечности настолько в вас реализован, что вы точно вечно живете по определенным внутренним структурам осознания каких-то событий, каких-то возможных прошлых событий, каких-либо ваших действий, которые привели к определенным результатам. Это уже личностное управление, личностное состояние, которая приносит определенное удовольствие, определенное позитивное восприятие того, что вечно живут окружающие и вы. Получается, что исходя из данной конструкции своего состояния, вы не просто будете уверены, что никакого конца света не будет, но и этим состоянием, этим своеобразным отношением, где есть реальная сила, то есть отношением, построенным на точном знании будущих событий, можете сразу предотвращать любые разрушающие события в любой системе и этим устанавливать не только вечность себя, но и вечность всего мира, всех окружающих одновременно. Когда вы достигнете такой гармонии, а зачастую ее достигнуть несложно, буквально стоит только на это настроиться, она уже у вас есть. Есть такое духовное состояние, и все. То совершенно очевидно, что мир неразрушим, что об этом можно сообщать и окружающим, и иметь эти знания, которые могут позволять вам передавать это, и на уровне обычного, не отличающегося от бытового состояния действия. Вполне можно быстро передавать вот именно данную уверенность, данную систему точных знаний. И тогда уже в результате вашего действия ничего разрушительного уже не произойдет в любом случае. Таким образом, объединив систему понимания, систему действия, систему просто того, что изначально вы реализованы как личность, как человек, который живет вечно, объединяя все возможные явления в этом направлении, вы совершенно очевидно достигаете вечной жизни без какого-либо конца света или вообще говоря, каких-либо даже отрицательных элементов, которые могли бы принести ущерб здоровью или жизни. Поэтому здесь возникает чистый, грамотно построенный в этом смысле целевого управления ваш путь, который вам полностью подконтролен и который совершенно устойчив
потому что он уже изначально существует. Это есть истина этого мира, которая пришла изначально с вами, изначально с действием Бога и всего мира в целом. Этот путь неизменен и совершенно спокойно можно развиваться и жить вечно. Книгу Григория Гробового «Пришелец. Конца света не будет» можно приобрести на сайте www.kgrig.com.